Паника и фейки – главные возмутители спокойствия. Этим в связи с ситуацией по коронавирусу обеспокоены власти всех уровней. Так, ленты социальных сетей россиян в последнее время пестрят фотографиями пустых полок магазинов. Но ажиотаж вызван искусственно. В Губкинском некоторые горожане поддались этому настроению. Но причин для беспокойства нет. На прилавках губкинских магазинов есть все необходимые продукты. С продуктами сейчас нормально у нас. Когда пришли сетевые магазины, здесь стало очень хорошо все. Так что никаких проблем с продуктами я не вижу. Пока все есть, я думаю, что то, что нам нужно. Я пришла только за приправами. Дома все есть, что нужно. Ну а вообще, вот вы в магазины ходили в последнее время, все товары были в наличии, какие бы вам были нужны? Конечно. А что, какие-то проблемы с продуктами? А впрок не закупались? Нет. Дефицита продовольствия в Губкинском нет. Специалисты администрации города ежедневно мониторят ситуацию. Накануне глава города Андрей Гаранин пообщался с предпринимателями и лично убедился, что с продовольственным обеспечением проблем нет. У некоторых жителей немножко панические настроения, начинают массово закупать продовольственные продукты. Но могу заверить, что никакой панике поддаваться не надо. Мы провели необходимое обследование запасов всех продовольственных товаров в нашем городе, продовольственных товаров на складах. Никаких рисков того, что у нас будет возможность того, что продовольственных товаров не будет хватать, у нас нет. Поэтому мы работаем в стандартном режиме. Предприниматели и директора магазинов тоже призывают не покупать продукты впрок. Такой необходимости нет. В торговых объектах города есть все необходимое. Перебоев в поставках продуктов питания нет и не будет. Все замечательно и хорошо. У нас есть и крупа, и мука, и все, что нужно для покупателей. Есть повышенный спрос, но так, чтобы скупали все подряд, такого нет. Поставки идут ежедневно, то есть приходят овощи, фрукты, в достаточном объеме крупы, соль, сахар, это есть все, то есть проблем никаких нету. К примеру, мы вчера сделали заказ, машина сегодня уже одна пришла. Ожидаем, когда придет вторая машина. Фрукты, овощи, томаты. Перцы, яблоки, вот вижу, есть, редис есть. Магазины города работают в привычном режиме. Временно на ассортимент товаров может повлиять лишь искусственно повышенный спрос. Губкинцы призывают не поддаваться на антиновости в сетях и доверять только проверенной информации. Елена Канина, Олег Короткевич, новости Губкинского.